Мысль о самоубийстве – это прямое внушение человеку дьявола. Это его заветная мечта, чтобы все люди поубивали друг друга или совершили самоубийство. Поэтому человек грешный, человек несовершенный, человек, который все время в жизни напарывается на свои немощи, он, предоставленный сам себе, как будто бы естественным порядком движется к этой мысли. И нам кажется, что это естественный вывод из всего нашего жизненного опыта. И нам ничего другого не остается. Это так логично, это так естественно, когда человек докатывается до этого. Но это не естественно, наоборот, это противоестественно. В человеке, как в любом живом существе, должен превалировать инстинкт самосохранения. И в человеке этот инстинкт должен подниматься на духовный уровень. Наш инстинкт самосохранения, он содержит в себе такую информацию о цели и смысле жизни, которая должна заставлять нас дорожить каждым мгновением земной жизни. Потому что вот это время, которое нам дано и пока еще у нас есть, это самое главное наше богатство, которым мы можем воспользоваться для того, чтобы стать лучше, посмотреть на себя из сегодня в завтра, разлюбить себя таким, какой я был вчера, сегодня захотеть измениться, чтобы завтра стать лучше. Вот в чем смысл времени, которое у нас пока еще есть. Дьявол это знает. Он знает, что если человек лишит себя времени, он лишит себя надежды, он лишит себя спасения, покусившись на свою собственную жизнь. Поэтому он сначала нас будет готовить к восприятию этой мысли, склоняя нас на зло, склоняя нас на грех, подогревая наши страсти, а потом предоставит нас самим себе, как бы удалиться, и скажет: ну посмотри, что ты из себя представляешь. Ты ничтожество, ты пустое место, ты скотина, ты зря здесь живешь, от тебя всем плохо, ты ходячее страдание для твоих ближних. Ну так может быть и избавь всех от своего присутствия и себя самого от этих бессмысленных страданий. Вот к чему вся эта предыстория, когда мы живем без веры в Бога, без вот этого главного содержания нашей жизни, без цели нашей жизни, которая выходит за рамки земной жизни и простирается прямо туда, в лоно Святой Троицы, где Христос, одесную Отца, там цель нашей жизни. И нашу жизнь не мы сами себе дали, мы не сами себя сделали. Поэтому мы не имеем права к ней прикасаться. Бог живит, Бог мертвит. Он нам дал жизнь, Он у нас ее в свое время и заберет. Но заберет для того, чтобы в том состоянии, в каком Он нас здесь воспитал и подготовил к встрече с собой, мы оказались в наименее поврежденном состоянии.